люди. Пожалейте. Не задерживаться. Вечный огонь, Отец всего сущего, выслушай мою молитву, выслушай. И сделай так, чтобы мой муж выздоровел. Он хороший человек, честный, порядочный. Вечный огонь, на тебя последняя надежда. Не поскуплюсь на дары, если выслушаешь мою просьбу. От зла нас сохрани... Похоже, это тот самый тайник. Я подал условный знак. Шпион должен появиться в застенье перед полуночью. От зла нас сохрани! А я всего одну и пил. Не жарко в такой куртке-то? Чем могу? Я ищу, с кем бы сыграть в гвинт. Ну, ты по адресу. Если будем играть, я поставлю уникальную карту из моей коллекции. Ясно. Сыграем. Thank you.
Ты выиграл. Карта твоя. Опять голова болит. Говорят, скоро устроят большой. Тогда придется какой-нибудь из них показать на экране. Прекратите этот гнусный балаган! Танцы на виселице. Ну и заварил ты кашу в этом самом...
Глядишь ты, какая уродина! Берегись, не трогай меня! Игра. Наш дом? Столица мира. Хорошо. Люди Новиграда! Ибо не знаете ни дня, ни часа. Не шляйся тут! Здесь что-то есть. Где-то эти фонткейры. Oh!
даже ты. Нет добра, нет зла, есть только боль. Это еще не конец.
А когда ты последний раз мыл голову? Люди Новиграда, перестаньте бояться, ибо страх... Само твое присутствие оскорбляет вечного. Времена настали беспокойные. Только истинно... Если тебе сегодня кто жопу лижет, завтра за нее же укусит.
вернуться, нет?
осталось спрятаться и подождать. За дверью. Лучшее место, чтобы спрятаться. Классика. Трис, откуда ты узнала, что... Ах да, Дикстер тебе сказал. Именно. А мне хотелось довести это дело до конца. Отличное место для свидания. Угу. Облезлый потолок, грибок на стенах, в углу мышиный помет. Губы сами складываются, чтобы... Чш, тихо, он идет, прячься. Менге! Ты плохо подготовился, очень плохо. Я не знаю, кто вы, но вы вляпались в собственное говно. По шею. Ты увяз еще глубже, уверяю тебя. Но можешь еще вылезти, если ответишь на наши вопросы. Отвечу. На каждый одинаково. Пошла ты. С дамой так не говорят. С дамой нет, а с ведьмой можно. Можно. Но не с... Поумнел? Пошла ты! Я выдержу! Конечно, выдержишь. Я только начинаю. Рис, перестань. Сперва пусть. Я прошу. Ну как, будешь говорить? Зависит от вопроса. Чисто из интереса. На кого ты работаешь? Не скажу, и речи быть не может. Ты уверен? Да. Делай, что хочешь, ведьма. Этого я не выдам. Мы ищем Лютика. Я знаю, что он попал в руки Менге. Так это... Это все из-за него? Из-за ебаного министреля? Вы не могли сразу сказать, вместо того, чтобы херачить меня магией? Не верю. Из-за такой мутоты... Делу. Лютик на храмовом острове, в тюрьме под святилищем. Менге задумал для него показательную казнь в Оксенфурте. Боюсь, эти его гастроли придется отменить. Как вытащить Лютика на свободу? С острова возвращаются исключительно по приказу Менге, отданному лично. Зараза. Мы справимся. У меня есть мысль. Я потом тебе расскажу. Хватит. Мы узнали все, что хотели. Я безмерно рад. Надеюсь, что в таком случае мы забудем об этом неприятном происшествии и... Не так быстро, Геральт. Знаю. Он слишком много видел. Но как же? Ведь я вам... Я ничего никому! Или он умрет? Или я лишу его памяти. Сотри ему память. Но я же помог! Помог! Это не страшно, даю слово. Кайсли Ангел. Как ты себя чувствуешь? Отвратительно. Ужасно. Паршиво. Я долго могу продолжать. Но я хочу отсюда как можно скорее уйти. Умыться и напиться. М-
Может, я тебя провожу? Не сегодня, Геральт. Не сегодня. Есть еще кое-что, о чем я хочу с тобой поговорить. Зайдешь ко мне попозже? Менге мертв, но мои неприятности не закончились. Ты говорила, у тебя есть мысль, как освободить Лютика. Да. Мы знаем, что он должен быть отправлен с острова в Оксенфурт по личному приказу Менге, верно? Точно. И в этом вся проблема. Менге умер, значит... Об этом знаем только мы. Он ведь мог убежать во время пожара. Значит, может и вернуться. Он или кто-то очень-очень на него похожий. Доплер? Верно. Я думала о твоем знакомом Дуду Бибервельте, который принимал облик купца Низушка. Лютик говорил, что он был тогда убедительнее оригинала. До такой степени, что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон, не моргнув и глазом. Ага. Только он скрывается. Может, Присцилла нам поможет? Надеюсь. Меня, ведьма. Это я, Вернисель, Скьетаэль, которую ты предал. Иди, иди сюда. Тебе домой приходит. Грязи-то сколько нанесли. Может, она в конце концов к нему переедет. Самое время.
Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить? Да, Геральт? Ты давно в... Достаточно давно. А до этого? До этого мне... Но это... Как ты себя чувствуешь? Так себе. А почему ты спрашиваешь? Я хотел узнать, как твоя рука. Все заживет. Слушай, это была моя идея. Я знала, на что иду. Тебе не нужно обо мне беспокоиться. Может, сменим тему? С удовольствием. Я сама хотела это предложить. О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение. И даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда и готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить, но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке и обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Чего ты боишься? А вдруг это ловушка? С одной стороны, я бы не хотела упустить такой шанс. Нам же очень нужны деньги. А с другой... Никто не может требовать, чтобы ты рисковала жизнью. Я сама этого от себя требую. Беда в том, что раньше с этим было как-то проще. Раньше я не знала, как это — оказаться в лапах охотников. Ты же могла бежать в любой момент. Я знаю, но я так испугалась. А если меня закуют в настоящий двемерит? Ты же не всегда будешь рядом. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Как думаешь, кто это придумал? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Обычно у слуг нет времени на чтение авантюрных романов. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. Но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали не охотники. Хорошо. Встретимся на месте. И жить не хочется. Ну вот, пожалуйста, еще один. Машина, это звучит гордо. Множество людей в синих кафтанах. Подозрительно. Я хотел спросить. Да? Чем могу служить? Ты не знаешь, где бы купить форель подешевле? Ну, сейчас для форели не сезон. Купи лучше ведерко устриц. Вот жена-то обрадуется. А? Привет. Слушай.
Я слышал, где-то здесь можно купить свежие форели. Что? Форели? Не трогай форели, пока не отымели. Понял? Отымейте форели. Белины, что ли, объелся? А когда ты последний раз мыл голову? Отцепись. Отойди. Отцепись. О! Проклятье! Что еще за морда? Да? Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, и знаю. Но не с вами я должен был встретиться, сударь. Если хочешь поговорить, с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Еще один страшило. Сюда. Фу. Здесь недалеко. Сегодня плохой день. Спасибо. Пойдем. Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка, где госпожа Мериголь? Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий? Это Вальдо Мурис. Он работает на охотников за колдуньями. А может, вы и правы, госпожа. Я просто не ожидал, потому что госпожа Вегельбур... Если мы уже соблюли все шпионские формальности, может, скажешь, кто ты? Я лакей госпожи Вегельбур. Я не хотел вас ничем обидеть, господин. Почему госпожа Вегельбут не встретилась со мной лично? Она слежки боялась. В последнее время она ужасно нервничает. Выкладывай уже, в чем дело? Дело в сыне госпожи Вегельбут. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и про это пронюхали храмовые стражи. Храмовая стража? Это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное. Да, стражников госпожа Вегельбут подкупила, но охотники платят за каждого найденного чародея, так что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом все равно шепнули словечко охотникам. Откуда Ингрид Вегельбут знала, что надо обратиться именно к Трис? Мы слышали, что госпожа Мерегольд помогла исчезнуть Мире Байс, когда на ту вышли охотники. Мира несколько раз оказывала госпоже Ингрид магическую помощь в ее хворе. Похоже на правду. Мира говорила, что занимается какой-то аристократкой. Похоже, Альберт должен исчезнуть как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вегельбут сумеет незаметно выскользнуть из дома? К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой бал-маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла ему бежать? Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вегельбут думает, что за всей прислугой следят. Хорошая мысль. Шумный прием, пожалуй, обманет охотников.
Особенно, если хотя бы половина слухов о балах Вигельбудов окажется правдой. Кажется, на последнем балу подали 100 разных десертов. А фейерверки пускали до самого рассвета. В этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться 85 десертами. Засахаренные лепестки голубых роз из Назаира нынче очень трудно достать. Как бы я хотела все это увидеть. Ждете на балу каких-нибудь неприятностей? Сложно сказать. Сейчас главное скрыть бегство молодого барина от его бабки. Как это? Госпожа Патриция Вигельбут — ревностная почитательница Вечного Огня. Она не знает, что Альберт интересуется алхимией. По счастью, старшая госпожа Вигельбут редко бывает в имении за городом. И правда, довольно необычная семья. Не мне об этом судить, господин. Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только, 85 десертов. У тебя по-прежнему 22 дюйма в талии? Прекрати. Как мы попадем в имение? Пожалуйста, вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы, хорошо? Удачи вам. Мне нужно кое-что доделать. Вот и отлично. Тогда маски купишь по дороге. Ну и переодеться тебе не помешает. Ты знаешь лавочку Элихали? Я уверена, там есть все, что нужно для бала. Я там был как-то раз. Элихаль — приятель Лютика. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдется без парадного дублета? Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда все устроишь, зайди ко мне.